Вам хотелось бы такой вопрос задать. Когда вы оцениваете сегодняшнее положение на рынке в том сегменте, в котором у вас работает, предполагается, будет работать бизнес, вы на какие критерии ссылаетесь? То есть с вами проводилось какое-то исследование, есть какие-то специальные экспертные оценки, либо это собственно, личное умозаключение по опыту, основанное на жизненном опыте или что-то еще, либо есть какие-то цифры, которые вы можете представить.